Շարունակում ենք աշխատանք նուղիղ եթերում։ Արցախում բացվել է պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի լաբորատորիա։ Նորաբաց լաբորատորիան հնարավորություն կտա տեղում կատարել տարբեր մանրէների եւ վիրուսների, այդ թվում COVID-19-ի հայտնաբերման հետազոտություններ։ Իդեպ լաբորատորիան իր հնարավորություններով եզակի է Արցախում։ Թեմայի շուրջ տաղավարում զրուցելու են Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոնի գործադիր տնօրեն Օֆելիա Գրիգորյանի հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հայցում ենք ձեր ներողամտությունը, Տիկին Գրիգորյանը խոսելու է ռուսերեն, քանի որ թեմայի շուրջ իրավասու է խոսել նա։ Բարի երեկո, Տիկին Գրիգորյան։ Դուք տաղավարում այսօր առանց դիմակ եք։ Ինչու? Я хочу сказать, что, учитывая характер моей работы, я перед тем, как прийти в эту студию, я обследовалась. Но во всех местах, начиная с работы, заканчивая во всех общественных местах, где я нахожусь не одна, я всегда ношу маску. И я всех, конечно, попросила бы, чтобы каждый из нас понимал, что ношение маски – это защита от заражения коронавируса. Միայնակ չեք, բայց հեռավորության վրա եք տաղավարում։ Да, да, у нас есть расстояние между нами. Տիկին Գրիգորյան, բացման հենց առաջին օրը հետազոտել եք 16 փորձանմուշ, որոնց արդյունքները ստուգվել են նաև Հայաստանում։ Պատասխանները համընկել են եւ հիմա հետազոտությունները իրականացնում եք ինքնուրույն։ 4 օրում արդեն քանի փորձանմուշ է ստուգվել։ Мы уже сделали 115 анализов, из них 4 положительных анализа, и наша служба работает в этом направлении, начиная с районов, заканчивая городской службой. Лабораторан համալրված է համապատասխան գույքով եւ ժամանակակից սարքավորումներով։ Իսկ ինչպես է լուծվել մասնագետների վերապատրաստման հարցը։ Ну, мы, естественно, планировали немножко по-другому открыть эту лабораторию, заранее подготовив в Ереване наших работников в соответствующей лаборатории. Но, к сожалению, коронавирус внес свои поправки в наши планы, и поэтому пригласили специалиста сюда, который ежедневно с нашими работниками работает. Они ставят эти анализы, и наши работники уже совместно с ней тоже самостоятельно ставят эти анализы. Канивор вирус норе, нор коронавирус артен норе хайтнабервел. Хештен юрацном айт амена. Ну, девочки, конечно, в первый день немножко для них это было новое. Сейчас я вижу в их глазах, конечно, огонь и желание обязательно сделать так, чтобы их работой был доволен специалист, который приехал с Еревана, и каждый из них старается именно показать все, на что она способна. Мне кажется, у них получится. Տիկին Գրիգորյան, լաբորատորիան շատ կար ժամանակահատվածում է հանձնվել շահագործման։ Ենթադրում ենք, որ անելիքներ դեռ կան։ Вы знаете, где-то процентов 95 всех вопросов, связанных с лабораторией, начиная от оборудования, заканчивая ремонтной работой, все это сделано. Если бы всего этого бы не было, лаборатория не открылась, потому что есть свои протоколы по этим лабораториям. И если там какие-то были бы проблемы и нерешенные вопросы, уверяю вас, лаборатория не смогла бы открыться. Но мы все постарались, все службы, чтобы все, что необходимо было, чтобы было в этой лаборатории, ну и постарались выполнить, это не наказ, это просто, наверное, сказал наш президент, что 15 числу лаборатория будет открыта, мы открылись. Но уже анализ был сделан 14 числа, мы сделали пробные, мы обрадовались, что 15 мы сможем сказать, слава Богу, у нас это получилось. Եվ արցախցին ինձ թվում է արդեն սովոր է, որ արագի մեջ ամեն ինչ ինքնակազմակերպվում են եւ արդյունքը արդեն В общем-то, вы знаете, как любая задача требует как-то, планирования, решения каких-то проблем, задач. Но когда понимаешь, что COVID внес свои поправки, и что сегодня нам необходимо именно быстро, срочно иметь эту лабораторию и понимая, что ежедневно или через день отправлять в Армению анализы, это и, конечно, тяжеловато. И, конечно, проблемно для тех, кто их принимает, это нагрузка большая. Сейчас я, конечно, смотрю за работой лаборатории
И сейчас, наверное, намного глубже понимаю именно голос заведующей лаборатории, когда она говорила: «Ой, как много вы анализов нам отправили, так много!» И каждый раз я говорила: «Ну что делать? Ну, мы вынуждены, потому что нам нужно знать обстановку, нам нужно обследовать людей». Ну, я думаю, что наравне с нами и они обрадовались, что у нас открылась лаборатория. Она первое слово сказала: «Слава Богу, наконец-то, мы рады». И я ей обещала, что когда у нас уйдет коронавирус, мы вместе обязательно отметим этот праздник и открытие нашей лаборатории, ну и победу над коронавирусом. Иск, ինչպես է իրականացվում թեստավորման գործընթացը, Տիգին Գրիգորյան? Значит, в основном мы берем пробы, это, значит, из зева, из носа, и биоматериал человеческий. Ну, бывает, что случаи, когда уже пневмония с выделением мокроты, тогда уже по указанию врача, лечебников, и берется на обследование и мокрота. Ну, вы знаете, ПСР – это высокоточная диагностика различных инфекций, и она используется в основном значит, анализ генного материала. Это ДНК и РНК. ПСР – это, естественно, сегодня, по сравнению с тем, когда он был создан, это в 1983 году американским ученым Керри Мюллисом, и тогда, конечно, ПСР имел совсем другой вид, совсем, я смотрела, совсем другие анализаторы. Но за течение 10 лет там происходили изменения, и уже через 10 лет со дня открытия именно метода амплификации, который используется именно в этой лаборатории, он получил, его изобретатель получил Нобелевскую премию. И сейчас, благодаря вот этому открытию, сегодня в Карабахе мы можем сказать, что у нас одна из современных вот лабораторий. Все анализаторы, все оборудование соответствует именно последнему слову техники, науки. Это, конечно, не сравнить с теми анализаторами, которые были там совершенно. Сегодня у нас они более современные, более точные. Время анализа совершенно уже другое, намного сокращеннее, чем тогда это делалось. И я думаю, что мы давно хотели, чтобы эта лаборатория была. Это, наверное, это наша мечта. Мы ездили когда в Ереван и в нашей профильной организации. Ну, мы, конечно, немножко такой с красивой завистью смотрели на эти лаборатории, и нам они показывали. Мы радовались, что у них есть, что у них она оснащенная. Но мы, в конце концов, поняли, что надо мечтать и надо хотеть. Наша мечта сегодня получилась. Но я думаю, что желаний у нас еще, конечно, мечт много. Мы не хотим пугать наше начальство, что нам нужно еще и это, нам нужно это. Но я думаю, что мы поэтапно будем знакомить с нашими задачами, поэтапно будем их все решать. Я думаю, что настанет день, когда мы скажем, что на сегодня мы имеем мощный центр со всеми мощными лабораториями. И нам не то, что желать нечего. Нет, конечно. У человека всегда должна быть мечта, и мы должны стремиться к высокому, к хорошему. Ну, я думаю, что мы найдем, о чем мечтать. На сегодня, да. Наши все планы связаны с коронавирусом. Если что-то мы планируем, мы говорим: нет, это мы сделаем потом. Нет, это будет потом. Сегодня у нас есть просто активная работа. И когда у нас появляются новые точки и вовлекаются уже наши филиалы в районах, и они все говорят: это так тяжело, оказывается. Мы говорим: а так 3 месяца наши 2-3 района уже в этой зоопарке работают. Ну, конечно, стараемся друг другу помогать, стараемся советовать. Те, кто уже имеет опыт работы в этих зонах, они уже своим коллегам советуют, как работать, чтобы беречь свои силы, чтобы понимать, что нужно еще это, еще это. Ну, в общем-то, работа, слава богу, идет, и мы думаем, что мы сможем сделать все, что в наших силах, тем более, что имея такую лабораторию, имея такой коллектив, который готов идти вперед, ну, я думаю, что мы сделаем. Տիգին Գրիգորյան, ասենք, մենք կարող ենք վաղը գալ, խնդրել, որպեսզի մեզ էլ թեստավորեք։
Значит, я скажу вам так, что на сегодня в основном тестирование проходит именно учитывая эпид-анамнез. Мы собираем эпид-анамнез, чтобы посмотреть, где был контакт, откуда приехал человек. Mm-hmm. Есть люди, которые просто вдруг сидя дома, начинают температурить, там, выпил холодной воды или пошел к себе там, на дачу поехал, холодной воды попил или там попал под дождь. Вдруг у него появилась температура. Мы спрашиваем, ну где ты был? Он не может нам ответить. Мы понимаем, что в этом случае нету никакого контакта ни с кем, просто ему нужно обратиться в службу поликлиники, поговорить с своим врачом, принять меры, и он придет в себя. Но когда уже мы когда берем эпид-анамнез, и мы понимаем, что человек был в другом городе, человек имел разные контакты, человек был в другом городе и посещал медучреждение, и здесь, может быть, с кем-то он был в контакте и был коронавирусный кто-то из них, асимптомной формы. Здесь уже мы, конечно, тут же берем его данные, по телефону объясняем, как ему надо себя вести, и буквально стараемся в короткие сроки взять у него анализ. У нас на сегодня пока объем тестов у нас достаточен, но мы в скором времени получим намного больше тестов, чем сейчас. И, может быть, уже тогда мы уже переговорив с министром, с Министерством здравоохранения, тогда уже будем решать вопрос, может быть, какую-то часть тестов мы будем направлять именно по платной службе, и те, кто желают тестироваться уже без сбора эпид-анамнеза, мы сможем их тестировать. Но на сегодня пока мы тестируем именно тех, где мы будем искать COVID. Հիմա փորձանմուշները միայն լաբորատորիայում են վերցնում, այսինքն տնային պայմաններում չեք այցելում եւ չեք փորձանմուշներ չեք վերցնում։ Вы знаете, как у нас это происходит? Значит, если мы во-первых, часть людей, где были обнаружены именно коронавирусные больные, положительные, значит, с коронавирусом их переброску делают в другую зону, а прямой контакт, домашний контакт, их переводят уже в гостиницу, там в Шушу или еще куда-то. И на другой же день наша служба подъезжает в эту гостиницу и на месте уже у всех берут анализы. Это вот такой вид взятия анализов. Но кроме этого, лица, которые не имеют симптоматики, но мы видим, что все-таки были поездки в разные места, пока симптоматики нет, мы стараемся пригласить их уже в наш центр. Там мы на улице специально сделали шатер, палатку на открытом воздухе, чтобы не было буквально скопления людей, чтобы они друг друга не встречали, чтобы они имели расстояние между вот этими людьми, чтобы вдруг на самом деле мы не могли бы там заразу друг другу передавать. Вот здесь уже мы уже на месте берем анализы. Ну, если иногда вдруг случаются моменты, когда вдруг взрослые люди с какой-то каким-то заболеванием хроническим, они не могут к нам подъехать. В этот момент мы отправляем нашего работника в специальной одежде, в маске, в перчатке, все, как все положено по протоколу, одет и уже на месте. Но это редкие случаи бывают, но мы это делаем, мы идем навстречу. Տիկին Գրիգորյան, միջ լաբորատորիայի բացվելը քաղաքացին թեստ էր հանձնում, թեստը ուղարկվում էր Հայաստան եւ օրերով պատասխանի էր սպասում։ Այժմ երբ թեստ է հանձնում, որքան ժամանակ է տևում պատասխանը ասելու։ Если мы успеваем до часу взять эти тесты, то в этот день мы даём уже ответ до часу. А если это уже после 2 часов бывает, уже происходит обработка этих проб, и с утра уже эти тесты ставятся, и где-то уже вечером мы можем дать ответ. То есть до часу тесты в этот день даем, а взятые после 2 часов тесты мы даем на другой день ответы. Այժմ առաջարկում եմ լսենք երաժշտություն, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Տեսալով եք հանրայինի եթերում։ Շարունակում ենք զրույցը։ Տիկին Գրիգորյան, լաբորատորիան ծառայություններն անվճար են։ На сегодня да, потому что мы
заинтересованы в большом охвате лабораторного обследования населения, и тем самым мы будем, конечно, выявлять новые случаи коронавирусных больных или инфицированных. И тем самым, естественно, мы сможем с большим охватом проводить больше мероприятий и защищать остальных от заражения. Մենք տեղյակ ենք, որ լաբորատորիա միայն թեստավորում չէ անցկացվում, ուրիշ ինչ հետազոտություններ է իրականացնում։ Мы планировали, конечно, начать вначале в лаборатории проводить исследования по гриппу. Типирование гриппа проводить, начать где-то с лета, посмотреть, какой тип вируса у нас будет осенью уже, зимой. Ну, конечно, коронавирус внес свои поправки, мы немножко изменили свои планы, но как спадет волна, значит, обследования по коронавирусу, мы в обязательном порядке внедрим еще очень много исследований. Это вирусные гепатиты, это заболевания, передающие половым путем, это герпес, это ряд бактериологических инфекций. Ну, в любом случае, лаборатория, наверное, скорее всего, ступенчато будет переходить к этим обследованиям, потому что это нужно обязательно освоить. Это методика уже, конечно, им будет знакома, но это новые тест-наборы, изучение, внедрение. Мы будем стараться не затягивать сроки и темп не сбавлять, и в короткие сроки все это внедрить в лабораторию. Տիկին Գրիգորյան, շարունակելու եք համագործակցությունը հայաստանյան ձեր գործընկերների հետ? В общем-то, естественно, потому что там лаборатории, которые имеют огромный стаж работы, опыт работы, естественно, мы имеем опыт отправки положительных результатов, допустим, по бак-лаборатории. Мы ежегодно направляем вот выделенные культуры на подтверждение. Там где-то бывает или 15-20 вот таких культур. И, естественно, мы ждем с нетерпением ответы, потому что это будет говорить о самой лаборатории, о ее работе. И в таком же ракурсе мы, наверное, будем работать и в этой лаборатории, будем выбирать пробы, частично положительные, частично отрицательные пробы, направлять в эту лабораторию. И после этого уже будем, конечно, иметь представление о качестве нашей работы. И еще специалист, который сегодня с нами работает, значит, естественно, мы с ней будем все время на связи. Если какие-то проблемы будут, там возможен вариант захода именно в нашу компьютерную систему, проконтролирование, значит, прохождение данного анализа. То есть все это уже обговорено, и мы спокойны, что вот этот контроль и эта помощь будет с их стороны. Իսկ հիմնականում ինչ հարցերի շուրջ են լինում խորհրդատվության կարիք ունենում? Ну, вы знаете как, в общем-то, когда знакомишься с работой PCR-лаборатории, понимаешь, что в этой лаборатории минусов нет, он состоит из плюсов. Но здесь есть один огромный минус – это человеческий фактор. Это человеческий фактор, который может допустить ошибку во время работы. И здесь он должен быть очень внимателен в работе. Здесь я обратила внимание, что работник, который у нас работает, с Еревана приехала, она заходит утром заход и вечером в 10 часов выходит с лаборатории. И наши, конечно, удивляются вот ее работоспособности, что она вот так вот это все на таком уровне работает. Я все время им говорю: девочки, учитесь и посмотреть. И самое интересное, что на этаже еще идут ремонтные работы, и я поняла, насколько подтянулись наши строители после того, как увидели уровень работы специалиста. Ну, мне кажется, что у нас есть еще чему учиться, будем учиться, и надеюсь, что я сейчас не хочу говорить много похвальных слов о работе лаборатории. Нет, естественно, слишком рано. Но мне хочется, чтобы был день, когда я могла бы сказать фразу: я спокойно за лабораторию, там работают сильные специалисты, и мы сегодня сделали очень многое, чтобы именно добиться вот этого уровня. Но пока слишком рано об этом говорить.
Եվ վերջում, ինչպիսին է համաճարակային իրավիճակը մեր հանրապետությունում այս պահի դրությամբ։ Ну, мы, конечно, все очень внимательно смотрим на значит, цифры, которые нам передают штаб. И сегодня я попросила наш эпидотдел немножко с другой стороны посмотреть на эти цифры и дать те результаты, которые обычно мы хотим видеть у себя на работе и анализируем по этим результатам. Мы все знаем, что у нас 94 случая, но с этих случаев 25 случаев в городе Степанакерте, 33 случая в Шоумяне и 22 случая в Гадрутском районе. В остальных районах по 2, по 3, по 4. Я уже не буду им говорить. Значит, женщин 52, мужчин 42. Значит, у нас следующая картина. 8 случаев в апреле у нас регистрация была, 35 случаев в мае и значит, на сегодня 51 случай. Значит, у нас в основном на сегодня около 1500 анализов было отправлено в Ереван, и из них 115 анализов это у нашей лаборатории мы делали. И хочу еще такой момент уточнить. Да? Значит, до 3 лет у нас 2 случая, до 6 – 7 случаев, до 14 лет 10 случаев, до 18 лет 28 случаев, то есть 47 случаев это до 18 лет и 47 случаев выше 18 лет. Вот эти результаты у нас на сегодня это уже по всем случаям, которые у нас были. Но, конечно, ежедневно эти цифры меняются, и наш эпидотдел работает в этом направлении, чтобы каждый раз, потому что мы у них требуем новые данные, потому что по этим новым данным мы проводим свои анализы, мы даем рекомендации нашим районам, как работать, где работать, какие новые зоны мы должны взять под свою опеку. Ну, я думаю, что, в общем-то, учитывая, наверное, коронавирус, скорее всего, нам дал возможность немножко подучиться у наших коллег, и московских коллег, и ереванских коллег, и зарубежных коллег, потому что мы все стараемся активно читать, слушать, смотреть на работу многих центров, на работу системы здравоохранения, и особенно работу нашей службы. Очень много мы информации берем от своих московских коллег, эпидемиологов, санитарных врачей. И, естественно, вот, начиная вот от 8 до сегодняшнего, до этих вот случаев на сегодня, мы имели возможность где-то и тренинги проводить, где-то и работать с работниками, и передавать опыт нашим районам. Потом это все начиналось постепенно, и вот этот опыт одного района, тут же мы говорили, а вот здесь вот мы могли допустить ошибку, здесь мы можем немножко подтянуться. То есть у нас было время значит, посмотреть на опыт других стран и еще немножко и подучиться на своем опыте. И поэтому сегодня мы как-то без страха, без риска, без каких-либо таких проблем идем вперед и делаем свою работу. Այս կորոնավիրուսի դրական կողմերից մեկն էլ այն համարենք, որ լաբորատորիայի բացմանը նպաստել է, շուտապույտ բացմանը։ Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան համապարփակ տեղեկատվության համար և որ ընդունել եք զրույցի հրավերը։ Իհարկե, ձեր լաբորատորիան թող միայն բացասական պատասխաններ հրապարակի։ Огромное спасибо. Я хотела бы сказать всем тем людям, которые помогли, чтобы эта лаборатория появилась. Им огромное спасибо. Я не буду называть имена. Мы все знаем, кто эти люди. И я хотела бы сказать, что то, что сейчас, это не в нашем центре. Это лаборатория для нашей страны. И когда я видела и Фейсбуке, и телефонные звонки очень многих коллег, и они звонили, говорили, как здорово, как хорошо, я видела в их голосе радость, в их глазах, когда они звонили по Вайберу. И мне было приятно, что так много близких людей, родных радуются вот этим, ну,
знаете, не маленьким успехом, нашим большим успехом. И я думаю, что мы сделаем все, чтобы нам было как-то, чтобы мы могли гордиться теми результатами, которые мы получаем. И в конце концов, чтобы люди, которые мечтали провести лето, отпуск где-то, дай бог, чтобы этот коронавирус ушел, и чтобы мы обязательно смогли бы с вами, детьми, семьями, родными, близкими встречаться, общаться, и чтобы, я всегда говорю, чтобы этот сон, который вдруг оказался явью, чтобы он ушел, и мы сказали его, ну, мы молодцы, поработали, а теперь мы можем хорошенько отдохнуть. Առողջ եղեք, Տիկին Գրիգորյան. Спасибо. Եվ քանի որ հնարավորություն է ընձեռված թե վարակված, թե առողջ քաղաքացիներին, հուսադրող ինչ կասեք, Տիկին Գրիգորյան? Вы знаете, как, в общем-то, в жизни надо быть оптимистом. И жизнь, она показывает, что чем ярче себе красишь свою жизнь, и чем ярче красок в твоем воображении, тем интереснее и красивее твоя жизнь. И когда ты в каждом человеке стараешься увидеть добро, стараешься увидеть именно яркое, красивое, и стараешься понять каждого человека, то сегодня, когда у нас есть, ну, скажем так, вот, ну, большая проблема, ну, я бедой не хочу называть, слава Богу, значит, мы можем говорить каждый раз, если говорим о новых случаях, то мы говорим о тех, кто выздоровел. Слава Богу, у нас большой процент среди коронавирусных, это асимптомная форма проходит. Слава Богу, да, у нас нет тяжелых случаев. И вот это уже, наверное, это спасибо Богу, что он с нами, и пусть он будет с каждым из нас. Спасибо. Բարեկամներ, տաղավարում զրուցում էինք Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոնի գործադիր տնօրեն Օֆելիա Գրիգորյանի հետ։ Կվերադառնանք րոպեներ անց։